какую игру мы сегодня с вами будем играть. Друзья, я видела, что вам очень понравилась игра «Побег от голов Хаги-Ваги». И вы мне посоветовали в комментариях поиграть в похожую игру, которая называется «Побег от головы Хаги-Ваги». И вот так вот мы будем с вами убегать. Ах, голова! Ну что ж, начинаем. Уровень первый. Смотрите, здесь тоже есть лабиринт. Правда, выглядит немножко по-другому. Ну, конечно, это же другая игра. Начинаем! Ура! О, смотрите, голова! Меня сразу же съела. Вот это начало. Я-то думала, что тут такой простенький лабиринт. А меня сразу съели. Эх, попытка номер два. Так, сюда. А, смотрите, здесь можно собирать бриллиантики. Бриллиантики, бриллиантики. Вот так вот бегаешь от головы Хаги-Ваги и обогащаешься. Смотрите, вон там голова притаилась, но я сейчас опрыгаю. Что? Вы видели, ребята, там целых три головы было. Я-то думала одна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это страшненько было. Знаете, тут уже как-то не до бриллиантиков. Некоторые бриллиантики я даже не хочу собирать, потому что мне бы скорее выбраться из этого уровня. И выход вот такой, через зубы этого страшненького Хаги. И мы с вами на втором уровне, и смотрите, все ребята тут. Это немножко похоже на адскую башню, правда, внизу. Вас будут подстерегать страшные кровожадные головы. А, ребята, ребята, я сейчас упаду, упаду, ай-ай-ай-ай. Ой, перепрыгнула, бриллиантик, забираем, забираем. Ой-ой-ой, смотрите, здесь эта дорожка крутится, ай-ой-ай-ой-ай. Если бы я не играла в адскую башню, я бы уже давным-давно бы попала на обед к Хаги-Ваги. Да, столько голов. Ой, красная кнопочка, можно на нее наступать? Да, уфу. Бегом, бегом дальше. Так, ой-ой-ой. А, тут надо сквозь стеночки, через стеночки прыгать. Это я не очень люблю. И надеюсь, я не упаду. Опять дорожки, ребята, но это сложно. Вот это да. Смотрите, а головы там внизу забились в уголочек. Такие, мы никого не трогаем. А только упадешь вниз, сразу все атакуют. Я в этом просто уверена. Опять дорожка, шарик. Так-так, бриллиантик, прыг-скок, прыг-скок. Тут уже, честно говоря, не до бриллиантов. Лишь бы ножки унести. Вон, смотрите, головы прям подо мной. Ой-ой-ой. Так, прыгаем, прыгаем эти стеночки. Оп. Дальше куда? Еще один. Еще один поворот. Испытания продолжаются. Бриллиантика, головы прям подо мной. Прям подо мной. Да. Я надеюсь, что я им сегодня не попадусь на обед. Так-так-так, уже один раз попалась, хватит. В самом начале. Опять стеночки, бриллиантик забираем. Интересно, как мы потом будем их использовать? Или никак? Выход, ура, ура! Кто бы мог подумать, что я буду так радоваться тому, что отправляюсь в пасть к Хаги-Ваги. Такие остренькие зубчики. Ну, а мы с вами в следующем уровне. И тут у нас очень большая территория. Смотрите, стеночки и красные, это что такое, платформы? А что, вниз надо прыгать? Я думаю, не обязательно. Ой, смотрите, они кого-то съели внизу, головы. Я, знаете, лучше, вон, мне бы лучше бы, конечно, наверх. Так, что делать? Поднимайся, поднимайся, поднимайся. Эта платформа так медленно поднималась. Фух, ребята, я напугалась. Честно говоря, было страшно. Смотрите, сколько их там. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, я поняла, они вот так вот по три штуки ходят. По три головы, как дракон. Трехголовый Хаги-Ваги. Представляете, как бы он выглядел? Жутко. Ой, 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 я упала, платформочка, платформочка, подожди меня. Фу, хорошо, что они меня не заметили. О, платформа уехала, и я осталась. Ой, ребята, если они сейчас прибегут, то я пропала. Но нет, 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 я еду дальше, еду дальше. О, очень хорошо, мне повезло, что они меня не учуяли. Ребята, спасите, помогите, что происходит, почему я никуда не двигаюсь? Да потому что я жду платформу, двигаться тут некуда. Но получилось очень смешно. Но зато пока я стою, можно бриллиантики пособирать. И, кстати, тут нет лабиринта, тоже такая открытая комната, и мы видим, где выход. Я не спешу вниз, я лучше, знаете, потихонечку покатаюсь на вот этой вот красной платформе. Так, так, так. Смотрите, внизу мальчик и головы, головы. Но головы почему-то подо мной. Они что, меня караулят? Это, конечно, очень неприятно. Смотрите, какой синенький матрасик подо мной. Кажется, мягенький. Давай, бабушка, прыгай. А, они так меня заманивают. Но нет, я знаю, что это не губка. Я знаю, что это не матрас. Ой-ой-ой-ой-ой, быстрее отсюда, быстрее. Так, сейчас я думаю, что я упаду. Платформочка, платформочка. Головы идут, платформочка еле движется, а меня тут припирают к стене. И, кстати, видите, когда платформа движется, мы не движемся на ней, мы должны ее немножко догонять.
Мне кажется, это сделано специально, чтобы мы падали. Смотрите, опять они подо мной. Опять они подо мной. Они точно меня караулят. Вот точно. Смотрите, как много ребят. И вот минус один. Но они почему-то гоняются только за мной. Очень странные хаги-ваги. Они, наверное, знают, что в прошлой игре я их победила. И решили не давать мне второй шанс. А, платформочка. Ой, я чуть не сорвалась. Фух, ребята, это было очень-очень страшненько. Платформочка, поехали, поехали наверх. Там у нас выход. Переход. Смотрите, головы, головы. А, опять они подо мной. Опять они, смотрите, они в такой цветочек собираются. Они думают, что я куплюсь на это. Но нет, я на это не куплюсь. Все, выход. Выход через зубы. Выход не работает. А, почему? Почему не работает? Работает. Фух, ха. Ребята, мы с вами на четвертом уровне. И сразу голова. Ой-ой. Бочком протиснулась. Ой, еще голова. Да, это очень-очень странно. Очень-очень страшно. Непонятно, куда идти. А, голова, голова. Там еще одна голова. Что делать, что делать? Так, сейчас обхитрю ее. Оп-оп-оп, вдоль стеночки. И дальше бочком в первую щелочку. Фух, ребята, это какой-то лабиринт. Протиснись в щелочку. Хорошо, что я сегодня на завтрак не скушала булочку. А если бы скушала, то все. В щелочку бы не пролезла. Так, ребята, бриллиантики собираем. Но я на них, честно говоря, уже не заостряю внимание. Потому что я просто хочу пройти этот лабиринт. Где выход? Где выход? Ой. А, вот выход. Я думаю, что вот это выход. Да-да-да, вон его рожица на стене. А, бриллиантик. И все, мы прошли лабиринт. И у нас пятая глава. А, ребята, пятая глава. Интересно, сколько всего их будет в этой игре? И будет ли битва с боссом в конце? Посмотрим. Так, я отправляюсь в бой. Уровень пятый, бабушка Шошо. А-а-а, смотрите, что тут. Тут у нас стеклянный лабиринт. И смотрите, как они на нас смотрят, эти хаги-ваги. Они уперлись лбом в стену. Так, давайте посмотрим, что у нас вообще тут есть. У нас есть магазин, и тут можно за бриллиантики покупать всякие штучки. Например, можно пружинку скорости купить. Я сейчас быстро пролечу весь этот лабиринт. Я надеюсь, что эти хаги-ваги-головы не сумеют очень быстро среагировать на мой пробег. Но, ребята, непонятно, куда идти. Это же стекло. Оп, тут прохода нет. Непонятно. Вот это да. Вот это путаница. Ой-ой-ой, как страшно. Да, ты, знаете, не сразу понимаешь, что между тобой и этой головой есть стекло. А, ну вот, например, за мной бежала голова. Ой-ой-ой, ребята, страшно. Где стекло, где нет стекла, непонятно. Я вот просто на скорости все это пролетаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, где выход? Вот выход, ура, но там стекло. Как выйти? За мной голова, я не останавливаюсь ни на секунду. И тут стекло. Как выйти? Меня преследует голова, смотрите. Стеклянные лабиринты, мне кажется, это самое сложное. Как перепрыгнуть? Все входы к выходу закрыты. Так, что делать? Тут стекло. Так, тут голова, тут мне не перепрыгнуть. Ой-ой-ой, думай, бабушка, думай. Но никак я не могу перепрыгнуть. Видите, со всех трех сторон закрыто. Это значит что? Что делать? Есть только один выход. Купить пружинку прыжка. Вот я ее купила. Хорошо, что у меня было достаточно денег. И вуаля, все. Я пришла к выходу. Смотрите, а тут и голова сразу. Хе-хе-хе. Так что скорее уносим отсюда ножки. Чтобы, не дай бог, какая-нибудь голова не прогрызла стекло. И не добралась ко мне. Уровень шестой. Выглядит, между прочим, несложно. Никаких беговых дорожек. Просто прыгай по ступенечкам, по палочкам. Внизу головы за тобой бегают. Но все очень даже мирненько. О, смотрите, вон они, три головушки. Так, прыжочек, бриллиантик. Но хорошо, что тут нет никаких прям уж сильных препятствий. Лесенка, неужели это все? Нет, лабиринт еще. И смотрите, там какой-то... Что? Хаги превратился в паука? Ребята, мне страшно, я что-то вообще не хочу туда спускаться. Смотрите, там какая-то голова. Какая-то странная голова. Так, давайте посмотрим. Ну нет, вроде обычная голова, но... Мне показалось, что у нее какие-то там очень большие ручки. А, смотрите, как с пружинкой можно просто пройти этот лабиринт. По стене сверху, ха-ха. Вот это я хитрая бабушка. Ну, что поделать, не схитришь, не выживешь. Так, я упала, быстрее наверх, смотрите, голова меня пытается атаковать. Ай. Ой, ребята, я прям на волоске. О, хорошо, что у меня была вот эта пружинка прыгающая, иначе бы я не спаслась. Все, ребята, мы прошли шестой уровень, ура!
Да, с пружинками дело идет побыстрее. Ну а теперь мы с вами отправляемся в лабиринт. Ночью у нас есть только фонарик. И тоже тут надо протискиваться. О, смотрите, голова смотрит на меня. Тоже непонятно, куда идти. Просто бегу наугад, протискиваюсь. О, как страшно, как будто бы я в каком-то доме с привидениями. Ой, куда бегу? Представляете, если там будет тупик? Ой, застряла. Так, куда? Ой, голова. Так, ребята, где выход? Мне кажется, я хожу по кругу. Выход, где выход? Ой, так здесь нет. Я заблудилась, ребята! Заблудилась. Никаких опознавательных знаков нет. Бриллиантики. Так, сюда давайте пролезем. Тут ничего. Бриллиантики. Так, ну сюда давайте залезем. Вот выход. Ура! Все, мы прошли этот ночной лабиринт. Смотрите на мои елочки. Очень смешно. Елочки-антенки. И мы добрались до восьмого уровня. Побежали! Ого, смотрите, опять стеклянный лабиринт, ну такой красный. Я решила опять схитрить и с пружинкой просто пробежаться по верху лабиринта. Ну, бриллиантов у меня уже много, они меня уже сильно не интересуют. Мне главное пройти игру, добраться до финала. Ху-ху! Это был самый быстрый уровень. Так, почему рот не работает? Ну-ка, ешь меня. Ура, мы все ближе к финалу. 9-й уровень. Забираемся. Что тут у нас? Какой-то туман. Я опять беру свою любимую прыгающую антигравитационную пружинку и просто прохожу. Смотрите, какая я хитрюшка. Я даже, честно говоря, ничего не вижу, что там внутри происходит. Где там эти головы? Может быть, их тут и нет? Ничего не видно. Бриллиантики вижу, а головы не вижу. Ну и ладно. Это, наверное, был такой лабиринт, который просто нужно было пройти. А теперь у нас уровень номер 10. И тут уже светло. Очень хорошо. Беру свою синенькую пружинку и поскакали. Кстати, этот уровень похож на самый первый. Значит, не только бабушка Шошо хитренькая в этой игре, но и разработчики стали повторять уровни. Что? Вы видели, ребята? Или мне уже кажется, мерещится, там какой-то Хаги-Ваги был... Как паук. Я ничего не поняла, но я хочу быстрее отсюда убраться. А, куда я попала? Ребята, смотрите, Хаги пускает на нас метеоры. Вот это да, я взяла скоростную пружинку и постараюсь сейчас быстренько пройти. Ого, вот это метеориты, ребята, горящие, огромные, тяжелые. Но моя пружинка вроде бы справляется. Ура! Ну, тут у нас шарики. Вы видели, там в шариках была голова? Ах ты хитрый Хаги-Ваги. Он думал, мы пойдем там играть в мягких шариках, и он нас скушает. Но нет, я его разглядела. Беру прыгающую пружинку, и смотрите, не только я хитренькая, другие ребята тоже используют эту тактику. Проходят лабиринт пружинкой просто поверху. И вот он выход. Ура! Что? Написано, 12-й уровень скоро появится. И все, вот так и закончилась игра. Смотрите, ребята, я же вам говорила, я-то думала, что мне уже мерещится все. Смотрите, во что превратилась голова Хаги-Ваги. В какого-то паука. Ой, в 12-й главе, наверное, вот это вот будет за нами охотиться. Ну что ж, ребята, не забудьте поставить лайк, если любите игры про Хаги-Ваги. И подпишитесь на канал. Будем вместе ждать продолжения этой игры.